Я прочту стихотворение одно, потому что оно не короткое. И оно чисто автобиографическое, там все правда, это действительно моя жизнь. Иосиф Коган Кливлин, 8-й раз. Такое впечатление, что у ребят у всех Алцгеймер. Я понимаю, Лилечка, я шучу. Называется «Мои подворотни». Прошло 15 лет послевоенных, отплаканных, отпитых, отставных, в стране, едва забывшей о сиренах, ночных бомбежках, обысках ночных, о холоде конвойного рассвета, в глазах соседей неожиданно чужих и очертаниях вильнюсского гетто среди старинных улиц городских. Давно не приходили похоронки, культ личности развенчан и забыт, а я ору, закутанный в пеленки, как водится, отчаянно, навзрыд. В таком далеком 59-м, в котором довелось родиться мне, уже вовсю работал мирный атом в отдельно взятой Лениным стране. А на полях сажалась кукуруза, в ООН генсек туфлёю била в стол, зато в Париже сборная Союза играла в удивительный футбол. Я не застал колонны пленных немцев, но в играх немцам был обычно враг. Я видел непонятных возвращенцев из страшных мест с названием ГУЛАГ. А в день победы, нацепив медали, смешно и страшно, дергая кадык, пил горькую сапожник дядя Валя, десятку отсидевший фронтовик. Я рос на улице, и с местную шпаною мы дрались беспощадно, двор на двор, алили флаги гордо над страною, где вместо сердца пламенный мотор. И в этой жизни, как в водовороте, вертелись мы, стремясь не потонуть. Мы выходили в мир из подворотен, еще не повзрослевшие ничуть. В стране сменился лик безумной власти, когда в кремлевских стенах проросло важнее прежнего, тучнее и бровастей широкозадая солидное мурло. Вывешивались новые портреты, под шепот лишь бы не было войны. Мы признавали лишь авторитеты среди своей отобранной шпаны. У Даньки Хуркиса всегда водились жвачки. На этот буржуазный раритет мы тратили последние заначки из денег, что давались на обед, а после школы или днем субботним, вдохнув горячих маминых котлет, мы возвращались в нашей подворотне волчатами послевоенных лет. В ЦК решались важные вопросы, шли битвы на полях родной страны, с достоинством курили папиросы в соседнем парке наши пацаны, натырив денег у отца в карманах, не испытав ничуть душевных мук, в компании таких же хулиганов я едался в трясучку или цук, даря в себе по капле человека, перемножал я годы на нули, но вывела меня библиотека из жуткой, но привычной колеи. В СССР менялись пятилетки, мотала новый срок моя страна, а я, хмелея от Никольской Светки, читал ночами «Яму Куприна». Над Бродским шел процесс тупой и скотский. Печатались статьи во злобу дня, но захрипел в динамиках Высоцкий и наизнанку вывернул меня. Терзал я струны плохонькой гитары и голос, подражая, надрывал про Магадан, про корабли, про нары и про того, который не стрелял. И папин фронтовой товарищ Яша, помеченный осколком на войне, просил меня, ну, спасай, Ося, нашу, по чьей вине, по чьей вине, по чьей вине. Спасибо.